за время работы в налоговой милиции? Вы брали взятки? Вы спали с мужчинами за деньги? Вы злитесь на свою мать за то, что ваша дочь называет мамой ее, а не вас? Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите проект Детектор Лжи. Я знаю, что вам нравятся эти выпуски, если это так, то поддержите меня лайком и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А мы, ребят, начинаем новый выпуск. Поехали! Ребята, подписывайтесь на мой лайв-канал. Стараюсь снимать для вас очень интересный и качественный контент. Юмор, путешествия, интересные встречи. Хотя чего я вам рассказываю? Заходите и подписывайтесь, и сами посмотрите. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Уверены в том, что вы знаете все о своей дочери? Приготовьтесь к шокирующей правде. Ваш ребенок мог покончить жизнью из-за вас. Она уявляет себя на моем месте. Железная леди тоже плачет. Не хочется же, когда она просыналась из ранку. Она сказала, где моя мама? Когда за 42 роки ты этого не могла сказать голос. Дуже важко. Пришло время быть честным. Вы смотрите «Детектор лжи» – экспериментальный психологический проект, с помощью которого я вам докажу, что честным быть выгодно. Все участники проекта в комнате один на один с профессиональным полиграфологом ответили на 50 вопросов. Для эфира мы выбрали 21 из них. И если герой нашей передачи ответит на них честно, он получит 150 тысяч гривен. Ну, это одни из самых первых выпусков, когда суммы были меньше и более детально все рассказывали. Наша сегодняшняя героиня готова нам продемонстрировать свое истинное лицо. Мы с вами узнаем, кто она на самом деле. Стальная леди или ранимая девушка. Сегодня в студии Ивана Гураевская. Гураєвська, місто Умань, 23 роки. Працює у податковій міліції старшим оперуповноваженим відділу боротьби з фіктивним банкрутством. Нині Іванна старший лейтенант. Проте буду... Ніфіга сі, то есть баба мент, которая работает в налоговой. Мати кар'єру далі внутрішньої сили не відчуває. Адже для цього їй не вистачає головного. Розуміння і підтримки найріднішої людини. Нету поддержки одного чоловіка. Іванна Гураєвська. Івана, приветствую вас. Добре. Налоговий інспектор. Этого человека большинство людей боится. Присаживайтесь. Да. Я думаю, что обычно вы задаете сложные вопросы. Ну, по работе приходится, это так. Как вам в новой роли, когда сложные вопросы будут задавать вам? Ну, в новой роли всегда чувствуешь себя по-инакшему. А скажите, какова основная цель вашего прихода в проект? Це якась певна можливість побачити себе зі сторони. Можливість побачити себе зі сторони. Побачити і зрозуміти себе зсередини і хочу дати можливість понять. Іншим, мабуть, близьким людям зрозуміти, що я інакша всередині. Що я друга. Ну, це достойна задача. Я думаю, що у вас вийде. Буду надіятися. Тоді давайте я вам напомню правила. У нас є 21 вопрос. При этом у нас є 6 блоків. За ответ на вопросы первого блока вы получите 5000. 10 тысяч гривен вы сможете забрать в случае, если ответите честно на вопросы второго блока. Вопрос третьего блока принесет вам 25 тысяч гривен, 50-75 соответственно. И если вы честно ответите на последний вопрос, вы сможете заработать приличную сумму денег – 150 тысяч гривен. При этом вы можете забрать сумму в любой момент. Но лишь пока не озвучен вопрос. Если вы солжете, вы теряете всю сумму. Я знаю, что для того, чтобы вам было легче, вы пригласили сюда группу поддержки. Так. Ирина Миколаевна, мама, доброго дня. Мама хорошо выглядит. Доброго дня, сестра? Я Люба, сестра Ивана. Сестра, родная? Нет, двоюродная. Двоюродная сестра. Да. Ирина Николаевна. Да. А вы уверены в том, что вы знаете все о своей дочери? Ну, я надеюсь, что я и знаю. Я надеюсь на это. Ну что ж, Ивана, я думаю, что с такой группой поддержки у вас все получится. Я тоже надеюсь. Итак, первый вопрос. За время работы в налоговой милиции вы брали взятки? Интересно, что же она ответит, ребята? Не, это самый честный инспектор. Конечно, брала. Я ведь так. Ну вот. Коррупция, ребята, коррупцию не победить. Это... Вот так вот.
сразу такой вопрос в лоб. Сейчас скажет, ну мне там шоколадку приносили, там, знаете, конфетки. Ну ты ж не взят, ну это как бы считается взятку, но я же деньгами не брала. Правда. Что она ответит? Я денег не брала. Ну и сколько брали? У выгляде подяки. О, я ще говорю, говорю сразу, у выгляде только если мне там кто-то решил поблагодарить. Якщо у нас просто відбувається розмова по суті, по справі, так? То по ушам їздит. Потім від них я отримую якийсь невеличкий подаруночок. І невеличкий, ну пару тисяч доларів, ребята, якщо щоб закрити кутилі. І слів це просто як вдячність, як красиві жінці. Это был первый вопрос, вы на него ответили честно. Я вас поздравляю, хорошее начало. Мне шоколадку давали. Возможно, будут вопросы, на которые вы не захотите слышать ответ. Именно для этого здесь есть стоп-кнопка. Понимаете вопрос, слушай, брали ли вы взятку? Не благодарность за проделанную работу, а именно взятку. А тут она по ушам такая ездит. Не, ничего такого не было. Если вдруг вы услышите вопрос, ответ на который вы слышать не хотите, вам нужно будет на нее нажать. Это значит, что ваша дочь, ваша сестра на этот вопрос отвечать не будут. Да, все будут понимать ответ. Мы его заменим. Но это право у вас есть только один раз. Вот интересно, многие, кто хоть кто-то еще, вот я не помню, что кто-то заменял вопрос. Вот заменил я вопрос. Там уже и так понятен ответ, согласитесь. Разумел. Вы до какой должности смысл хотели бы дослужиться в налоговой полиции? Знаете, как говорят, який лейтенант не мріє стати генерал. Хочу задать вам вопрос номер два. Генерал. Вы пойдете по головам сотрудников ради продвижения по карьерной лестнице? Она же сама сказала, какой тут лейтенант, который не хочет стать генералом. Это уже значит, что надо идти по головам. Согласитесь. Да. Знаете, я звикла, чтобы меня оценивали відповідно до моих поступков и до того, что мною было сделано. Тому моя відповідь будет ні. Нет? Это... Серьезно? Типа хороший человек. Правда, наверное, а что же, не так захочется же быстро проект. Правда. Молодец. Я думал, будет по-другому. Я знаю, что если эти кроки, они будут на шляху если до мрії, будут... завдавати комусь якісь, можливо, біль, якісь образи, залишати осад на душі, я буду вредить, то... Потім подальше моє просування по службі, воно мені буде неприємним. Це істина. Мені це буде неприємно, я не захочу далі продвигатися. Вона була отличницею, наверное, в школі. Да, золотою медаллю закінчила середню школу, з червоним дипломом закінчила. Короче, дуже умна дівчина. Вопрос номер три. Ви завжди сознаєтесь в проступках? Там, наверное, нет, не бывает же идеальных людей. Мне что-то началось, мне стоится. Моя відповідь буде ні. Ну, это было бы очень странно бы. Просто идеальный человек был бы, начинался бы. Во всем сознаюсь. Якщо те, що я зізнаюсь, воно буде, ну, можливо, нанесе великий урон і ущерб цій людині, я, мабуть, не зізнаюсь в цьому. У будь-якому випадку ми все-таки будемо відповідальні за ті проступки, які ми вчинили. Тобто ви скриваєте і при цьому ви готові понести за це наказання, в случае, якщо це проявиться? Так. Я готова нести відповідальність за них в будь-якому випадку. Я готова нести відповідальність. Точніше, завжди. Ну, с работой всегда. Как-то вот вроде разобрались. А с личной жизнью? Если говорить о вашей личной жизни. У вас есть спутник? Немає. Почему? Все-таки привлекательная женщина. При должности. Мен
мене був чоловік і... Був муж? Ну і склалося так в житті, що... Що ми зараз не разом, ми розійшлись. Ми розійшлись? Следующий вопрос. Вы переспите с парнем на первом же свидании, если он покажется вам интересным. Так, знаете, девочка-отличница такая, иди ко мне, мой жеребец. Наверное, да. Особое питание. Конечно, здесь будет очень много личных вопросов. Да ну возможно ж такое. Баба-одиночка, хочется. А тут тебе интересный собеседник. Долго думает. Я скажу так. А шо? Мужик такой, я с тобой познакомлюсь. Скажите, Ивана, такое уже было? Ну, розумієте, якщо справа доходить до побачення, значить людина мені вже подобається. А якщо людина мені подобається, значить людина мене якось і приваблює, і можливо це, ну, можливо, якась є пристрасть, не знаю. Ірина Ніколаївна, да. Як вам відповідь вашої дочери? Нормально, да? Це її особисте життя. Коли вже є вже такий вік, і коли вона досягла такого віку, я, якщо вона рішила це, так не воно повинно бути. Я з нею згідна. Любовь, я знаю, що Іван зараз живе з вами. Як часто вона приводить в гості незнайомих молодих людей? А що означає незнайомих? Незнайомих кому? Вам. Мені? Не часто. Не часто – це скільки разів в неділю? Знайомі всі, да? Просто на чай дві особи. Готовы услышать следующий вопрос? Так. Вы спали с мужчинами за деньги? О, это называется как, ребята? Проституция. Девочка-отличница. И да, нет. А то будет, если да, то шок, да? Такие две противоположности будут. Ні, і ще раз категорично ні. Фух, я вже подумав, реально отличниця і проститутка. Думаю, о, вообще повезло. Учитесь дітки в школі, а потім спите за деньги. Да я теж думаю, що ні, только це странно було б дуже. А скажите, Івана, а предложения были? Ні. Если бы это предложение исходило от молодого человека, который вам симпатичен? Он бы перестал быть мне симпатичным после того, как он сказал такую фразу. Внимание, вопрос. Вы предпочитаете заниматься сексом в темноте, потому что стесняетесь своего тела? Я практически уверен, очень многие бабы стесняются своего тела. Я думаю, что да. Моя відповідь так. Не удивлено. Такой себе вопрос. Правда. Ивана, а чего вы стыдитесь? Вот я смотрю на вас и вот не вижу никакого повода. Ну, не так все идеально, как хотелось бы, да? Трохи за великий розмір ноги. Просто хотілося б для її росту трішки мати меншу ногу, як у дюймовочки. Ну, мені кажется, це ваш взгляд. По-моєму, мама да. Не об этом говорить, да? Ви стыдитесь мам... чего-то другого. Грудь чего? Ну, знаєте, після шлюбу в мене родилась дочка. Родилась дочка и обвисла грудь 100%. Я ей кормила грудью рік и, да. Мабуть, цей, саме цей фактор, він, скажем, трішки вплинув на те, що є зараз. І, мабуть, саме цього я і соромлюся. Неси грудь. За свою чесність ви получаєте 5000 гривен. Я думаю, вы поняли, что вопросы будут не совсем удобными.
будут вопросы, на которые вам будет откровенно неприятно отвечать. Ну да. И вы, несмотря на это, продолжаете играть. Так. Хорошо. Тогда, если вы останетесь честны со мной в течение следующих 5 вопросов, вы получите 10 тысяч гривен. Любовь, вы знаете, как ваша сестра проводит свое свободное время? Ну, і свій вільний час вона займається, якщо не ліпленням, то дещо Лепка. Може аплікації виготовляти. Короче, баба любить займатися рукоділлям. Друзі мені відпочивають, як я розумію. Нічого, відпочиває з друзями. І як часто? Не часто. Перший вопрос второго блоку. Правда, що ви п'єте майже кожні вихідні, тому що чувствуєте себе нікому не нужною? Идеальная женщина-алкоголичка. Ну, вот такая, я очень хорошая, но хочу бухнуть. По выходным. Наверное, тяжело бабе. Мама говорит, да, да, я видел в тебя пьяную. Каждые выходные. Мне некомфортно отвечать, конечно. Видите, ей тяжело, хотя кажется обычный вопрос. Вы просто бухаете по выходным. Ну да. Но ей как тяжело, заметьте. То есть, если у нее всегда образ, ее привыкли показывать, мама говорила, ты девочка, ты у меня отличница, я тобой горжусь. А это, в общем-то, не входит в планы, я тобой горжусь за то, что ты бухаешь. Понимаете, о чем я? Иван, я смотрю, вам этот вопрос дался тяжело. А почему? Ну, зазвичай це... ну, мабуть, як розрядка після якогось такого напруженого робочого тижня. Це не лише особливості роботи, а й якісь проблеми, мабуть, в особистому житті. Проблемы в личной жизни бывают. Это может быть просто напитый бокал коньяка. Просто так, как... Просто расслабитесь и все. Ирина Николаевна, а как вы относитесь к тому, что ваша дочь иногда вот именно так решает проблемы, которые у нее возникают? Не боитесь ли вы, что она сопьется? Сопьется? Нет. Почему? А тому що пів чарочки випитого горілки, чи скажем, то і шампанського, чи коньяку, і все. У нас робиться, ну як би правильно сказати, вона більше не хоче вживати. Все. Більше потім не хоче пити. Іванна, у вас потрясаюча мама, яка вам абсолютно довіряє. Дякую. Восьмий вопрос. В вашем окружении нет близких друзей, потому что вы не доверяете людям. Ну, это плохо, когда не умеешь доверять людям. Не говорится всем доверять, но нужно некоторым доверять. Так, это правда. Это... Короче, полагается только на саму себя. Правда. И свое окружение никого не берет. Что могло произойти такого, чтобы пошатнуть в вас веру в людей? Угу. Это был випадок на выпускном вечере. Выпускной был? Коли мій колишній чоловік дозволив собі повестись зі мною дуже грубо і... Бувший муж собі повів дуже грубо? Дуже грубо. Що він ударити. Зробив? Він ударив вас? Так. Мені ударило. Ударити мене і в той же час цю всю ситуацію споглядали багато людей виділа. Навколишніх, багато в этот момент оточуючих, людей. Це були мої однокурсники, які просто не заступились.
А одногруппники даже не заступились. Он ударил вас при других людях, и никто не заступился? И никто не заступився. Я не хочу довіряти людям, щоб в такій ситуації вірити в те, що вони можуть допомогти. Я, нехай я буду одна, але я буду впевнена в своїх силах. Часто баба одиночка? Ваша дочь може там встретиться з вами, позвонити, ну, поговорити вот по душам, виговоритися о том, що наболело. Вона більше зі мною, ніж, наприклад, із татом чи з братом ділиться. Все-таки я. Ага. Я на першому місці. Ещё отец і брат, но она с мамой больше говорит. Ви чувствуєте, що ви нежеланний ребёнок для своїх родителей? О, начинается. Скорее всего, да. Если есть еще брат, то он сейчас скажет, что брата, наверное, любят больше, чем меня. Меня все время чему-то заставляли. Ответ – да. Недолго думает, да? Я это чувствую. Я это чувствую, что нежеланный ребенок. А чем именно ты это чувствуешь? Правда. Ирина Николаевна. То есть мама не говорила, ну чувствуешь. Что вы такого сделали, что она считает себя нежеланным ребенком? И это, мабуть, с дитинства так оно и пішло. Що їй здавалося, що з неї більше вимагають, більше хочуть. З неї більше требують. Скоріше всього, да, те, що я говорив. Тобто, навіть є ще младший, то есть брат у неї, а від неї багато чого требували. Тобто, вона ж отличниця, закінчила університет з красним дипломом. Тобто, все требували з неї. Більш із брата, який народився брата за рік по тому, після неї. Оце в неї з дитинства так заклалося воно. Коли, наприклад, тут їй стало 8 років, а йому вже 7, і коли з неї щось вимагають більше, а з нього менше, от тоді вона, так їй здалося, що... От неї більше требують. Що вона не бажана дитина, мабуть так. Ви розкажете своїй мамі, що на самом ділі? В тому, що вона сказала, вона права повністю, але, мабуть, корінь все-таки глибше. Що це? Мама права, але все поглубже. Не вистачало від них уваги. Уваги, якоїсь такої, знаєте, батьківської любові. Не хватало від батьків уваги, батьківської любові. Внимание, вопрос. Вы не делитесь своими переживаниями с мамой, потому что уверены в ее безразличии к вам. Так она же говорит, что мама у нее лучший друг, с которым она общается, которому доверяет. Значит, не все рассказывает. Да, я в этом уверена. Правда. Мені ще тоді в дитинстві здавалося, що вона до мене байдужа. Мені ще в дитинстві казала, що вона там не безразлична. Мені здавалося, і я вірила в те, що вона до мене, ну, байдужа, вона не хоче, знати про якісь там мої проблеми, можливо, вона в школі. Не хоче знати про мої проблеми. Можливо, ще якісь проблеми, можливо, якісь там внутрішні переживання. І не завжди знаходився час, аби поговорити про це. Не завжди знаходилося час для розмови. Ваша дочь вважає, що ви к ній безразлична? Трішки неприємно. Просто ми скупі на емоції. І не завжди ми можемо показати, як ми своїх дітей любимо. Ми, ну як, так навчені, чи може ми так генетично закладені з чоловіком. Насправді ми їх любимо. А от показати ми любимо цього дітей, не показуємо. Внимание, вопрос. Правда, что равнодушие ваших родителей едва не довело вас до суицида? Нифига себе, насколько там все плохо. Так она там бабу поплавила, если ее, в общем-то, до суицида тянуло. Так. Це правда. Это... Тяжело, и, в общем-то,
мозги не выдержат, плавит бабу временами. Правда. Коли, можливо, в сім'ї щось не ладиться, можливо... Когда в сім'ї что-то не так? Мама з татом не мають знову ж таки часу приділити уваги, більше уваги мені. Мама з папом не внимання не уділяють. Мабуть, це просто збіг тих ситуацій. Стечення обстоятельств. І один якийсь такий піковий момент, коли... Ну і да, в піковий момент її, короче, плавить, як я говорив. Ви так. Могли допустити то, що ваша дочь могла би покончити з собою із-за вашого равнодушия, із-за того, що ви вовремя не оказали їй підтримку? Ну, по складу характеру вона сильна людина. Ну, знаєте, в кожної сильної людини є свої маленькі якісь, може, і слабкі вона місця. Вона сильний чоловік, але не слабе місце. Мені кажуть, вона вважає, що железна леді, да-да-да. Ваш ребенок мог покончить жизнью из-за вас. Это не про то, сильная она или слабая. Это про то, что вы, не оказав ей поддержку, могли подтолкнуть ее к самоубийству. Ну, розумієте, вона ж не каже, які це було історії, які це були ситуації, що я, що ми, наприклад, із чоловіком не підтримали її, чи не почули її, чи не сіли, не порозмовляли. Це просто накопичилося, ну, з часом, можливо, це таке й було, но я щось не вірю, що вона могла таке це зробити. Ви вважаєте, що поліграф лжет? Ні, ну те, що думки в неї такі могли бути в голові. Могли бути страхи дитячі, думки. Ну те, що вона його могла зробити, ні. Ну, Іванна, ваша мама права? Дійсні були? Був конкретний случай попытки самоубийства? Да. Ну ми про нього в даному випадку не знаємо. Якщо він і був, то я вже понял, що ви да, ми про це не знаємо. Ми про це не знаємо. Був. Був. Кто помог вам не сделать этого? Я сама. Это был просто порыв страсти. Мабуть. Если до этого доходило, то, может, просто от накопичилось, но она на пытается не оправдать это все. Нет. Вы знаете, вы не хотите в это верить, потому что вина за это лежала бы на вас. Да. Поэтому вы всячески пытаетесь этот случай, в общем-то, исключить и завуалировать. Но... Просто послушайте, что говорит ваша дочь. Для нее это важно. Несмотря на то, что она уже сама мама, ей нужна ваша материнская поддержка. А она до сих пор считает, что вы ее не поддерживаете. Что вот нету того контакта, который ей необходим. Начали бы мы справляться. Будем поддерживать. Будем. Будем. Иванна. Ваша честность, ваша откровенность приносит вам 10 тысяч гривен. На кону 25 тысяч гривен. Вы их получите, если ответите честно всего лишь на 4 вопроса. Вы готовы продолжать? Так. Тогда первый вопрос третьего блока. Вы приходили к выводу, что вашим родителям было бы лучше, если бы вы вообще не родились? Да. Если она сказала еще до этого, согласитесь, что я нежеланный ребенок, то, конечно, у нее была такая мысль, что лучше бы ее не родили. Тут и к Ченду не ходи. Ну, это практически одни и те же вопросы. Нежеланный ребенок, и лучше бы я не родилась. Потому что я нежеланный ребенок, да. Так. Это... Бабу плавило. Правда. Ирина Николаевна, скажите честно, действительно было бы лучше, если бы вы 24 года назад не забеременели? Не 24? Не, лучше это не было бы. Для кого лучше было бы? Для нас? Да. Для нас? Ні. А почему так недолго думал, так не уверенно? Как вот так получилось, что желанный ребенок, о рождении которого никогда не сожалели, вот так это все воспринимает? Считает себя одинокой, брошенной, недолюбленной. Брак эмоций.
Я по натурі жорстка людина. Я жорсткий чоловік. Емоції я висловлювати не вмію. Я не вмію виговорювати свої емоції. Я не можу сказати, що мене не навчили. Це, мабуть, склад характеру такий. От я уперта, такий. Я жорстка. І от скажу цього Сніру, так як вона каже, що ми тебе любимо. Не могли, не вміли, не навчили нас, не показували нам цього в дитинстві, розумієте? А питання про те, щоб її не було, не було ніколи. І чоловік стопроцентово хотів цю дитину. І коли я народила, ми ще були не одружені, тобто не розписані. Коли я народжувала у дворах Київської області. І коли до мене прийшла старша медсестра і запиталася, ви дитину будете забирати? Я сказала, да. Такого питання, щоб ми її залишили, чи ми її не хотіли, не було. Просто брак часу, сільське життя. І так склалося, що в неї склалася така думка, що вона нас не бажана. Ти нас найлучша, найкраща і найбажаніша дитина. Ви бачите, нет нічого сложного в этом. Нет нічого сложного, баба плавить вторую. Вона впервые за всю жизнь так говорит. За 42 роки ти цього не могла сказати. Кажу, впервые. Це дуже важко. А які у вас отношения з вашою дочерью? Я її бачу лише у вихідні дні. А чим це связано? Чому так? Чого таке по вихідному варіанту? З тим, що працюю в Умані. В мене графік роботи ненормований. Робота в Умані. Тому та мати якусь прив'язку до часу я не можу. І в силу таких обставин моя дочка знаходиться у моїх батьків. Кожних вихідних я приїжджаю додому. Внимание, вопрос. Ви можете назвати свою дочь желанным ребенком? Вот это вот интересно. А вот это вот интересно. Она появилась, в общем-то, по любви или по залету, скажем так. То есть хотела ли она этого ребенка или так получилось? Запланированный ребенок. То есть так произошло. Это правда. В жизни разное бывает. Если ее еще и муж избил на выпускном. Правда. То есть незапланированная беременность. Склалось так у меня в житті, что дитина была незапланованной. Как я сказал. Тобто она была небажаною в той момент. Але на сьогоднішній момент сейчас я люблю, да. Вона одна із самих найрідніших для мене людей абсолютно в моєму за вас. Житті. Коли я приїжджаю додому, вона біжить, кидається на шию, обнімає дуже сильно, каже, мама, я так скучила, так скучила. І ми це стоїмо, обіймаємося, цілуємося, обмінюємося словами, я тебе люблю, так по хвилині, по дві. А вона попередньо дзвонить і завжди заказує мені, що її привезти. Ну, то звичайні такі, знаєте. Последній раз, що ви її привозили? На стандартний набір іде. Мандарини, банани. Мама привезе мені хліба і масло. Следующий вопрос. Ви осуждаєте родителей за то, як вони воспитують вашу дочь? Наверное, да. Но она же не воспитывает. Потому что нет времени, карьеру строят. А я уверен, что ей не нравится, как воспитывают и ее родители. А поделать-то ничего она не может. Мужа нету, который должен зарабатывать деньги, должна зарабатывать сама.
Николаевна, а что вы делаете с Вероникой? Такого, за что ваша дочь вас осуждает? Ну що, не завжди, наприклад, коли вона хоче, каже, привезіть мені до мене в Умань, не завжди ми можемо це зробити. Розумієте, їй хотілося, щоб більше дитина розвивалася між дітьми, щоб більше вона спілкувалася. Вона вже навіть планує, їй ще 3 роки немає, вона вже планує, щоб вона займалась і танцями, і спортом, і навки різні ходила. Ми цього в селі дати не можемо. А мамаша хоче, щоб дитина в 3 роки вже займався всім. А вони живуть в селі і... І от коли ця мова заходить, що я вже забираю Вероніку на Умань, бо я хочу, щоб вона займалася тим-то, 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 ми їй відповідаємо, що ні, ти ще її не забереш, тому що брак часу. Я їхати туди глядіти її не буду, бо я не в змозі. Івана, а на самом деле за що ви осуждаєте своїх родителів? Ну, частково мама права, що ми інколи розходимося в питаннях виховання. Если еще что-то? Інколи мені здається, що дитину в деяких моментах виховують рівно так, як виховували мене. Ребенка следующий вопрос. Как и меня. Вы злитесь на свою мать за то, что ваша дочь называет мамой ее, а не вас? А вот это вот очень странно. А почему ребенок называет бабушку мамой? То есть бабушка так приучила? Вот это вот неправильно. 100 пудов. То есть бабушка приучила называть ее мамой. А какого хрена, бабуля, ты так делаешь? Зачем ты убираешь настоящую мать из жизни ребенка? А ее как называет? Тетя Иванна? Так. Злюсь. Вот мне сейчас интересно оправдание вот этого момента, потому что очень странно. Нахрена? Правда. Ты ж по факту бабушка, а не мама. Ну, це по реакції відчутно. Дуже заметно, коли вона на мене каже мама, я їй завжди кажу, Вероніка, не мамка, я бабуся, я не мама. Ну, дитина забувається через те, що вона і спить зі мною, і купається, все. Вона від мене не відходить, вона нікого не признає, крім мене. І от коли вона, ну вона забувається, вона ще дитина, їй ще 3 роки немає. І вона знає, що мама завжди повинна бути при ній, значить ця людина, яка її доглядає, кормить її і весь час із нею, значить вона це мама. Це в неї інстинктивно ще закладено з народження дитини. Сумніваюсь. Ну, я вас уверяю, інстинктивно це в ній не заложено. Согласен. Это вопрос привычки и воспитания. Если тебе ребенок называет мамой, ты это игнорируешь, да-да, иду, дотя, к тебе, что тебе нужно, то ясно, что будет по привычке. А если ты будешь жить, стоп, я бабушка, я бабушка, я бабушка, то ребенок не будет называть тебя мамой, будет называть тебя баба. А вас что в этой ситуации пугает больше всего? Меня навіть налякає, мене таке, знаете, відчуття ревности есть. Конечно. В відношенню до того, що моя дочка називає мою маму своєю мамою. Вона хотіла бути постійно біля неї. Вона уявляє себе на моєму місці. Просинатися, лягати разом спати, купатися, йти на прогулянку. Мені хочеться, щоб коли вона просиналася зранку, вона казала, де моя мама, а не де моя бабуся. Коли я її беру на руки, вона, я хочу до бабусі, я хочу до бабусі. Коли вона її бачить, вона кричить: мамо, я хочу до тебе. Благодаря своїй чесності ви заработали 25 тисяч гривень. Неплохо. Ви готові йти далі? Так. Следующі 3 питання дадуть вам 50 тисяч гривень. Когда ви видите, як хорошо вместе вашій мамі и вашей дочери, вы жалеете о том, что не сделали аборт? Да ладно. Настолько большая ревность.
жалею. Фух, я уже думал, нифига себе, баба. Это... Ну, я понимаю, что ты ревнивая, но потом думать, что ну, лучше бы тебе ребенок бы не было, потому что тебе хорошо, было бы очень странно, согласитесь. Що вона в мене є, бо вона на даний момент вона найближча людина до мене. Будь ласка, забирай її на Умань, і нехай вона живе з тобою. Ми согласні, ми згідні з чоловіком. Забирай ребенка на Умань. Щоб вона поїхала з нею. А вона то понімає, що так голова махає, а хто буде воспитувати? Ви боїтесь забрати дочь к себе, тому що уверені в тому, що не зможете стати хорошою мамою? Вот и все. Забирай ребенка. Она ж сама не особо-то и хочет, потому что понимает. Вопрос времени. Когда у нее будет время на воспитание, если она реально работает, а мужа нету? Знаете, когда полноценная семья, то в основном мужик зарабатывает, баба воспитывает ребенка, и да, окей. Не из-за этого боится. Боится с того, как что я сказал, не с кем будет сидеть ребенку. Правда. Я неодноразово хотіла забрати дитину до себе. І така думка, вона завжди зі мною присутня. Я хотіла забрати, но... Але знову ж таки, враховуючи стан речей, які складаються на сьогоднішній день, те ж самі особливості роботи. А що ми робимо? Вона робота, які відбирають практично сидіти. Весь вільний час. Так, да? Да. І ще раз, так. Да. І фінансове становище. Я розумію, що я не можу забрати на сьогоднішній день дитину до себе. А как вы считаете, Ивана, вы хорошая мать? Да не очень, если ребенок живет не с тобой. Хорошую мать так не назовешь. Она пытается ей быть. Я не рахую себе хорошою мамою. Бачите, як дитина росте. І день за днем вона становиться тою особистістю, якою вона буде колись ну... в далекому майбутньому. Ирина Николаевна, вы, после того, что вы услышали, вы себя можете назвать хорошей матерью? Обычно нет. А вы готовы попробовать стать Звичайно. Для своей Звичайно. Дочери хорошей Звичайно. Мамой? Будем стараться. Поки голова є, поки ми ще живемо, поки кров в наших жилах тече, будемо старатися до кращого. Покращити становище. Готовы к следующему вопросу? Так. Правда, что ваше новогоднее желание неизменно? Услышать, как мама говорит вам «я люблю тебя». Да. Она недолюбленный человек, и мама этого не отрицает, что она никогда не говорила, не показывала свои чувства и любовь. Да? То есть мама такого, знаете, человек с очень-очень старой закалки. Но это очень плохо. Так. Не говорится. Я знаю, что у вас здесь подарок. Подарок от мамы, который вы храните достаточно давно. Да. Что это? Колись на першому курсі мама подарувала мені такий набір. Це було, мабуть, намисто. І сережки. І в тому наборі йшла така маленька. Була открутка. На маленькому аркуші паперу записка. Сонечко, я тебе люблю.
І цю записку я до тепер зберігаю. Три слова. Три слова. А ми голову ламаємо, що подарити на Новий рік? Всього на все, три слова. Хочеться, мабуть, щоб відчути ту любов і те тепло, ніякого не було колись. Тебе люблю. Вибач, але ми тебе любимо. Іванна. Да. Это был последний вопрос блока. Вы заработали 50 тысяч. А я зупиняюсь. Вы останавливаетесь. Я вас поздравляю. Мне кажется, что основную задачу, которую вы ставили перед собой, приходя к нам на проект, вы реализовали. Удачи вам. Дякую. Ваши аплодисменты Иване Гураевской и ее семье. Это был психологический проект «Детектор лжи». Желаю вам понимания и любви. Ну что, ребятушки, вот мы подошли к концу. Я сказал бы, что это, наверное, такой трогательный момент, не трэшовый, но реально есть о чем задуматься. Когда, в общем-то, дети растут, должны быть отличниками, вот стараться, учиться, но в жизни не все так гладко, как кажется. Если нравятся эти выпуски, то поддержите меня лайком, будет больше выпусков, дорогая. Мы убиваем детей, детектора лжи и, короче, всех тех шоу, которые вы любите. Это был Андрей Чент. Всем пока.